На торги по сниженных ценах выставляется нерухомость открытого акционерного товариства «Гомель-Аблбуд». Ближайшие аукционы пройдут 11 и 17 снежня. На их будут представлены объекты у Жлобини, Рогачеве, Добруши и поселку Каранёвка Гомельского района. Евгения Кухаронок с подробязностями. Початковые цены снижены на 25%. У списи на продаж администрационные будинки, промысловые пляцовки, складские помешкания, гаражи и шерах объектов под вытворчие меты. А кроме того, на аукцион выставляются будовничие обсталевания и транспортные сродки. Усяго каля 50 лотов. Очень много интересных вариантов, конечно, строительной техники, которая достойна внимания и в хорошем состоянии. Автобусы, специализированная техника. Подробязнее ознайомиться с пропановами можно на сайте Гомель-Аблреклами, организатора торгов. Заяву на удел в ближайшем аукционе необходимо подать до 7 снежня уключно. До того ж, Гомель-Аблбуд выставляет на продаж 4 поверхи администрационного будинка у областном центре. Объект площадью амаль 2500 квадратных метров находится по адресу Малайчука, 12. Очень хорошая пешеходная и транспортная доступность. Перед зданием имеется парковка автотранспорта, есть гаражи во дворе, просторные и в хорошем состоянии. У промысловой зоне областного центра по улице Борисенки еще один объект – Гомель-Аблбуда – хутка выставить на продаж. Покуль специалисты проводят оценку нерухомости. Однако у ладальных майомости готовы выслухать пропановы от затекавленных особ. Контактные телефоны на экране. Евгения Кухаронок, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель».